Здравствуйте, в эфире программа «На страже закона». Мы рассказываем о борьбе с преступностью и о том, как защитить ваши права, если они оказались нарушенными. На этой неделе жители Урала получили возможность обратиться во временную приемную Генерального прокурора Российской Федерации, где принимаются все обращения и сообщения о нарушениях и злоупотреблениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уже десятки граждан обратились по адресу Пушкина 3 в Екатеринбурге. О том, с какими проблемами приходят к нам люди, далее в нашей программе. В скором времени в Екатеринбурге пройдет оперативное совещание по вопросам совершенствования практики прокурорского надзора в жилищно-коммунальном комплексе, а также оказания помощи населению и получения оперативной информации о развитии ситуации в сфере ЖКХ во всех субъектах Российской Федерации. В рамках подготовки к мероприятию в Екатеринбурге создана временная приемная Генерального прокурора Российской Федерации. На все время ее работы прием граждан осуществляется с 9 до 18 часов каждый день, включая выходные и праздники. Прием ведется сотрудниками управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе в здании управления Екатеринбург, Пушкина 3. Обращения поступают регулярно. Очень многим уральцам есть что сказать о своих управляющих компаниях. Можно отметить, что те, кто дошел со своими обращениями до Генеральной прокуратуры, как правило, прошли уже не одну инстанцию и сами неплохо изучили законы. Поэтому заявления приносят подробные и обоснованные. Тем более, что прокурорские работники расскажут, как соблюсти все формальности, чтобы заявление было принято. Кроме коммунальных тем, в поле зрения попадают и другие. К примеру, застарелые уголовные преступления, нарушение прав со стороны полиции, чиновников федеральных ведомств и прочие вопросы, по которым граждане не получили удовлетворившего их ответа в других инстанциях. Также на сайте управления Генпрокуратуры работает интернет-приемная, обращения в которую тоже имеют статус официальных и подлежат ответу в установленный срок. Подготовка достойных кадров для органов прокуратуры всегда была одним из ключевых вопросов. Вот уже более полутора десятков лет прокурорские кадры готовит Уральская государственная юридическая академия. О том, чем сейчас живет институт прокуратуры и почему он не нуждается в рекламе, далее в нашем сюжете. 8 июля 1996 года было подписано постановление правительства Российской Федерации о создании трех институтов прокуратуры, один из которых был организован на базе Уральской государственной юридической академии, два других в Москве и Саратове. Институт создавался не на пустом месте. Уральская юридическая академия уже была к тому времени старым и авторитетным вузом, в составе которого имелся судебно-прокурорский факультет. Судебно-прокурорский факультет был не такой объемный, хотя один из крупных структурных подразделений Академии было всего три факультета: следственно-криминалистический, судебно-прокурорский и правовой службы в народном хозяйстве. Все три факультета со временем стали институтами. Сегодня в составе Академии 5 институтов, а также факультеты, отделения, филиалы в Уфе и Челябинске. Главное, что удалось сделать при реорганизации, это сохранить преемственность. Традиции судебно-прокурорского факультета, преподавательские кадры, научную школу. Выпускники Академии по-прежнему составляют основу кадрового резерва органов прокуратуры, расположенных на территории Свердловской области и Уральского округа. В основном мы берем, конечно, ребят, окончивших институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии, и в частности ребят, которые учились по направлениям прокуратуры, по целевым направлениям. Целевые направления – это путь, признанный наиболее эффективным для выполнения главной задачи института прокуратуры, поставленных Генеральной прокуратурой и правительством – подготовки высококвалифицированных кадров для органов прокуратуры отдаленных территорий, говоря другими словами, для всей азиатской части страны. В центральной части России, в принципе, все прокуратуры, включая областные прокуратуры, были укомплектованы, был еще резерв, было из кого выбирать, по крайней мере. То, что касается туда, начиная за Тюмень и дальше, я уже не говорю Бурятия, я уже не говорю Хабаровский край и так далее, где вузов практически таких мощных, которые мы считаем академией, не было, моновузов.
Поэтому такая необходимость назрела. И там занимали должности кто угодно. Исправление этой ситуации и приведение ее в соответствие с законом о прокуратуре и стало главной задачей первых выпускников, вышедших из стен института в 2001 году. Сегодня можно сказать, что справились они достаточно успешно. Уровень подготовки сегодняшних выпускников таков, что на отдаленных территориях они вполне справляются с должностью прокурора района. Требования сегодня Генеральной прокуратуры, чтобы на одно место было не менее 3 человек приезжали. Но это исключение делаем только самым отдаленным регионам. Это Еврейская автономная, там и Сахалину, Камчатке, там выделяет 1-2 человека. Но там надо сказать, что у нас уже налажено очень доброе отношение с прокуратурами этих отдаленных регионов. Если же они подбирают, то они подбирают действительно такого человека, который пройдет отличника Круглого, действительно, с высокими баллами, то там не возникает никаких сомнений, что он и учиться будет, и что он пройдет. Для сравнения, в Свердловской области в этом году на 30 мест целевого набора было заявлено 150 претендентов. Тестирование будущих прокуроров показателями ЕГЭ не ограничивается. Прежде чем попасть в институт, абитуриент проходит обследование у психолога, который оценивает его морально-нравственное состояние, интеллектуальный уровень и эмоционально-волевую сферу. Рассмотрение кандидатов на вакантные должности. Если они ранее не тестировались у нас в прокуратуре, мы также проводим психодиагностическое обследование этих кандидатов. Присваивается определенная группа профессиональной пригодности от 1 до 4. Перспективных абитуриентов отбирают еще в старших классах. Именно так в институте оказался Евгений Сабуров из Пермского края. Сейчас он учится на 2-м курсе. В нашем лицее милиции, где я учился раньше в Пермском крае, приезжал представитель прокуратуры, он рассказывал об этом вузе, показывал фотографии, различные видеозаписи, заинтересовало, решил приехать сюда. Хочу в дальнейшем связать свою судьбу с работой в органах прокуратуры. Очень интересная работа, думаю, предстоит. Борьба с преступностью, защита чести граждан, свобод наших. И, разумеется, целевой набор означает трудоустройство только в одном случае, если студент получит диплом. Тех, кто не учится, могут просто отчислить. Такие случаи были. А поступая на службу в органы прокуратуры, претендент проходит еще ряд проверок, обусловленных законом о противодействии коррупции и законом о прокуратуре. Зато работник, пришедший по целевому набору, практически 100% останется в органах прокуратуры на долгие годы. Увольнений молодых специалистов среди этой категории практически не бывает. Продолжаем обсуждать перспективы юридического образования в России и вопросы подготовки высококвалифицированных кадров для органов прокуратуры с заведующим кафедрой прокурорской деятельности Уральской юридической академии Евгением Ергашевым. Сегодня гостем нашей студии стал заведующий кафедрой прокурорской деятельности Уральской государственной юридической академии доктор юридических наук, профессор Евгений Рашидович Ергашев. Сегодня перед нашей встречей я посмотрела в поисковике через интернет и нашла упоминание о вас в средствах массовой информации в качестве прокурора Верхесецкого района Екатеринбурга. Было это несколько лет назад, и вашу деятельность сопровождали громкие дела, громкие проверки. Расскажите, вот как соотносится ваше прокурорское прошлое и научное сегодня? Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда я закончил работать в прокуратуре почти 10 лет. И вот оценивая или сопоставляя практическую деятельность свою и с существующей и наукой прокурорский надзор, я бы хотел отметить, что наука очень задолжала прокуратуре, потому что на многие вопросы, достаточно существенные вопросы, которые сейчас стоят перед прокуратурой, и задачи, которые сейчас изменились, они намного шире, чем было даже в мою бытность, когда я был прокурором. Наука пока еще ответа не дала. Поэтому вот, считаю, что вот, деятельность прокурорская, как аспект научный, как вопрос научный, она должна развиваться и должна развиваться в тесном контакте с прокурорами-практиками, поскольку наука должна объяснять задачи
вопросы, стоящие перед практическими деятелями, перед прокурорами. А вы разделяете такое мнение, что в институте специалиста чему-то научат основам, но придя на работу, прокурор ему говорит: забудь все, что ты знал, ты будешь учиться вот, по-новому. Вот когда я работал в прокуратуре, так там и было. Приходил молодой студент, ему говорили: так, забудь про все. И это совершенно неправильно, потому что сейчас, вообще сейчас и преподавание в нашей академии, на мой взгляд, ушло, сделало шаг вперед. В институт прокуратуры, который сейчас направлен на подготовку прокурорских работников, в нем, в его программе произошли изменения, которые направлены на приближение знаний, полученных в академии студентами, вот именно к практической деятельности прокуроров. В частности, у нас, кроме большого теоретического курса «Прокурорский надзор», там мы читаем много, почти 70 часов лекций и 30 с чем-то часов семинарских занятий. То есть мы проходим прокурорский надзор досконально, именно в институте прокуратуры, там расширенный курс такой. Есть еще и много специальных курсов, специализированных курсов, такие, например, курсы, как «Поддержание государственного обвинения», есть спецкурс. Есть спецкурс, направленный на изучение такого направления прокурорской деятельности, как надзор дисциплины законов и законности правовых актов. Есть спецкурс, направленный на участие прокурора в гражданском судопроизводстве. И есть спецкурс, организация работы в прокуратуре. Вот об этом спецкурсе хотел сказать несколько больше, поскольку он напрямую направлен на ассимиляцию студента в прокуратуре в первые полгода до аттестации. Вот я прям так ему говорю: вот я вас буду сейчас учить тому, чтобы вы первые полгода выжили в прокуратуре. Вот этот курс на это и направлен. То есть на нем дается все основные моменты организации работы, начиная от составления плана молодого специалиста и заканчивая аттестацией. Ну и главное, там направлен этот курс на то, чтобы молодой прокурор, который еще не аттестован, он сумел так спланировать свою прокурорскую деятельность, чтобы не увязнуть в этой деятельности. Потому что прокурорская деятельность, она ведь специфическая, там ведь не конвейер, где к тебе подойдет работа, и ты будешь что-то делать. Там надо и планировать, и думать, и рассчитывать, и прогнозировать даже. А главное, борьба с преступностью ведь осуществляется в рамках целой прокуратуры, но каждый прокурорский работник тащит свой участок работы, ведет свой участок работы. И вот он должен знать, что делать, как планировать, как прогнозировать, как выявлять, как оценивать, анализировать состояние законности. И от этого уже применять конкретные прокурорские действия. Очень важный спецкурс, полезный для молодого сотрудника. Ну, учитывая, что в последнее время органы прокуратуры усиливают свое влияние в таких сферах, как экономика, социальные права граждан, это и защита прав предпринимателей, и много других отраслей законодательства, вот этому учат в академии? Конечно, конечно. Вот кроме непосредственно знаний юридических, которые дает академия наша, на мой взгляд, они достаточно широки, и знания-то современные, у нас достаточно серьезный и авторитетный штат профессуры, штат преподавателей, которые, на мой взгляд, очень неплохо справились с своими обязанностями, и поэтому диплом нашей академии достаточно весомый для юристов. В этом делается очень много. Ректорат применяет очень, принимает очень такие, я бы сказал, масштабные меры для того, чтобы удержать вот этот вот вес диплома, чтобы знания давали именно такие, которые необходимы студенту, юристу и прокурорскому работнику, и судебному работнику в настоящее время. Поскольку все меняется, и законодательство течет, и страна меняется, и изменяется даже наш менталитет. Поэтому здесь, на нашей кафедре, мы уделяем внимание не только обучению студентов знаниям и основам прокурорской деятельности, но обязательно и на лекциях, и даже на семинарах говорим о том, что прокурор – это ведь еще и высокообразованный и, я бы сказал, человек, который должен обладать определенными моральными и волевыми качествами и состоянием здоровья определенного, для того, чтобы он был успешным прокурором.
Ну и, конечно же, человеколюбие надо обязательно учить прокурору. То есть ведь прокуратура – это орган, который работает на людей, в первую очередь. Поэтому мы уделяем внимание этим вопросам. Мы с студентами часто дискуссируем на эти темы, подвигая их к тому, что прокурор – это человек, который, цель которого – строгое и неукоснительное обеспечение закона, цель профессиональная, но кроме того еще и обеспечение закона, которое позитивно воздействует на все общество и на человека в частности. А как, вот по вашему мнению, по вашим наблюдениям, студенты стремятся пойти в прокуратуру? Или, может быть, их привлекают более какие-то, как им кажется, престижные области? Вот по нашим наблюдениям, в прокуратуру студенты стремятся и даже очень. Но что далеко ходить, вот в резерве прокуратуры Свердловской области стоят больше, по-моему, 300 или 400 человек, насколько я уведомлен. Институт прокуратуры в этом году набрал колоссальное количество студентов, очень много, больше, чем когда-либо. То есть в институт прокуратуры идут студенты с большим желанием. Это говорит о чем? Это говорит о том, что они понимают нужность этого органа и его значимость в государстве. Поэтому, ну и, наверное, мы неплохо все-таки обучаем их. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры «На страже закона». Координаты надзорного ведомства сейчас на экранах ваших телевизоров. Следующий выпуск программы выйдет в эфир ровно через неделю. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго!